Орландо Каради представляет. Производство Мондо ТВ. Монголы. Огнем и мечом прокатывались по Европе и Ближнему Востоку, Китае и Индии орды жаждущих крови и добычи степняков. Из бескрайней степи является непобедимый Тимуджин, Чингис Синий Волк, великий хан синих монголов. Великая степь, так называют гигантские пустынные пространства Средней Азии, всегда была родиной кочевников-скотоводов и источником постоянной опасности для земледельческих народов Евразии. Thank you.
середине 12 века, ко времени рождения Тимуджина, будущего Чингисхана, монгольские племена постоянно воевали друг с другом из-за пастбищ и людей. Главами родов были вожди, выбираемые степной аристократией. Одним из таких вождей был Есугай-хан, у которого в самом начале 1155 года родился сын, названный Тимуджином. Отец не раздумывал, как назвать сына. Тимуджином звали недавно побежденного хана, а сын родился с каплей крови на ладони, что почиталось за особый знак, неспосланный с неба. Как и все монгольские дети, он рано научился верховой езде и стрельбе из лука с 4-5 лет. Тимуджин выделялся своей внешностью. В массе низкорослых монголов он отличался своим ростом. Кроме того, был рыжеволосый, светлоглазый. Рыжие волосы и светлые глаза считались характерным признаком рода Барджигин, которому принадлежал Тимуджин. Наш герой стал известен миру как великий хан, неспосланный богом, повелитель вселенной. Так иногда случается. Но ты должен учиться и быть готовым ко всему. Перебирайся. Опа! Эй! 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 Монгол без лошади — это мертвец. Мы, монголы, приходим в этот мир верхом. Пришло время найти тебе жену, сын мой. Мы нанесем один визит завтра. Эй! Эй! А ты когда-нибудь видел ее, отец? Нет, но мне говорили, что у нее красивые бедра. Когда говорят о женщинах, почему все время говорят об их бедрах, отец? Скоро ты это поймешь, сынок. Увидишь сам. Ему было 16. Он был совершенен телом. Его черный конь был быстрее молнии. Его звали Тимуджин. И он был сыном Есугая-героя, брата степных волков. О, брат Есугай, как же давно мы не виделись. Это мой сын Тимуджин. Славный паренек. Выпей с дороги, Есугай-герой. Вам нужно провести немного больше времени, чтобы освоиться друг с другом. А нам не понравится. У Барте прекрасные бедра. Но тогда ты не будешь слишком скучать по мне. Нет, я всегда буду скучать по тебе. Счастливо. Прощай, сын! Прощай! Прощай! Эй! Это старый охотник. Богатый. Он наш. Yeah.
Так ты волк? Ясугай! 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 Кто это был, Ясугай? Татары! Татары! Скажите моему сыну... Я сожгу эту степь. Те, кто убил Ясугая, скоро услышат имя его сына, Темуджина. Погребальный костер еще пылает. И сегодня я хочу знать, кто убил моего отца. Кто нанял этих убийц? Мы здесь собрались не по этому поводу. Да. Мы здесь для того, чтобы принять решение. Теперь главный я. Вы согласны с этим? Нет, да. Я не согласен. Мой отец Ясугай, герой, он собрал наши племена в единое целое. Мы сильны. Наши враги боятся нас. И теперь мой черед продолжить его дело. Мы что, должны подчиняться приказам маленького мальчика, которого только что отняли от материнской груди? Если ты хочешь именно этого, я уважу своих людей. Ты заслуживаешь только того, чтобы быть представленным своей судьбе. Ты будешь командовать только своими овцами. И только... Я тебя, парень, никогда не забуду. Что мы будем делать, мама? Скоро лето. Мы поищем пастбище для наших овец подальше отсюда. Где бы я ни оказался в степи, твой дух будет там же. Мы должны искоренить семя Ясугая. Мы должны избавиться от Темуджина. Пока не поздно! Вон там, смотрите! Смотрите! Тартугай, я должен был ожидать этого! Бегите прочь! Убегайте! Спрячьтесь!